Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу рассказать, как я организовываю крупы и другие вещи в этом шкафу. У меня есть маленький шкаф, который стоял вместо этого. Этот нам пока вот дали временно. Вот так вот он выглядит. Вот. И если вам интересно, оставайтесь со мной, я покажу, как у меня все распределено. Вот шкаф, который изначально стоял на кухне. Вот так он выглядит. Здесь у нас пока, конечно, лампа не работает, но от коридора идет очень много света, поэтому здесь мы не стали делать. Вот, изначально такой вот маленький стоял. Хотела с ним показать организацию круп. Вот, кстати, стоят крупы. И уже покажу, как все выглядит. Наведу сегодня порядок, протеру и уже выложу готовый материал. Не люблю ускорять видео, как-то это все выглядит сумбурно. В общем, я люблю сначала показать, как все есть, да, и уже потом показать готовый вариант, чтобы вы просто увидели и не видели, как я там запыханная вся это все протираю. Вот, так что ждите. Так вот выглядит этот шкаф. Конечно, 90-е, но на первое время ничего страшного пока что. Вот, заменим его потом. А так, в принципе, он лучше выглядит, чем тот маленький. Видите, у меня здесь все лежит, нужно все складывать. На улице солнце почему-то так темновато. Вот. Подходит, в принципе, к шкафчикам, которые здесь. Если интересно, сниму видео. Наверное, лучше включить свет. Вот эти шкафчики. Вот. О, со светом лучше. Вот они, эти шкафчики. Если вам интересно, что у меня там. Конечно, нужно купить вот эти вот еще ручки. Ой, все, руки не доходят. Вот, а так, в принципе, да. Ну, примерный цвет. Чуть-чуть, конечно, потемнее, но он лучше здесь подходит. Вот, буду мыть все. Да, сейчас открою. И все буду протирать. И уже складывать. Хочу туда красиво сервис еще положить. Вот. В общем, увидите результат. Примерно выглядит все стало так. Сейчас я сюда поставлю сервис наш, который нам подарили на свадьбу. Здесь крупы все. Здесь у нас сладости, здесь пустые коробочки. Буду тоже их эксплуатировать. Здесь сахар лежит. Там порошок, порошок. Сзади два порошка на реле. Детская водичка. Рулоны для рук, чтобы вытирать. Там чашки, свечи. И вот эта пустая емкость. Туда я буду сыпать муку. У меня еще мука вот там есть чуть-чуть. Да, тут греча, соль. Давайте сразу расскажу, что у меня тут за крупы. Там у меня получается соль. Это фасоль, гречневая каша. Это мерджмек, я переведу как на русский. Это рис. Это принч, тоже переведу как будет на русский. Надо насыпать. Я уже показывала в одном видео. Вот так он выглядит. Сейчас что-то сегодня. Ага, вот так вот выглядит принч. Маленькие макарошки и булгур. Тоже переведу. Вот. Вот так вот он выглядит, булгур. Переведу как на русский будет. У нас тоже в России продается. Это, ну понятно, сода. Это из муки суп. Унчорбасы. Называется, получается... Из муки суп. Но это, конечно, я не знаю, как делать. Это свекровь делает. Поэтому... А это я все переведу. Уже не буду тогда отдельно снимать видео про хранение круп. Вот так они у меня выглядят на второй полочке. А может, и сниму, не знаю даже. Вот так все выглядит. Сейчас покажу, как будет с посудой. И закрою шкаф. Там у меня поднос. Вот так пока все расположено. Сладости, сладости. Пока так лежат.
Тоже надо будет что-то придумать. Ну, я думаю, что удобно. Мы с мужем это съедим за 2-3 недели, поэтому... Ладно, сейчас посмотрим. Поставлю сюда. Будут чашечки, тарелочки. Сейчас я все это сделаю и уже покажу вам готовый Вот он. сервиз. Самый красивый, мне кажется. Вот, я его сейчас туда поставлю, и пусть он радует глаз гостей. Вот теперь выглядит это так. 6 чашечек. Да, чаи тут у меня. Типа графинчик такой. Чайный. Вот, сахарница. Их, по-моему, 6, если я не ошибаюсь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, одна большая. Это сестра еще подарила. С Новым годом тоже чай. Вот теперь это выглядит так. Я закрою. И вот так вот видно теперь чашечки. Вот, крупы. И вот так, наверное, сладости надо как-то спрятать. Хотя, ну, зачем прятать? Пусть знают, что в этом доме любят сладкое. Вот так все стоит. Вживую, конечно, лучше это выглядит. Вот. Спасибо, что посмотрели это видео, за то, что навели со мной порядок, сидя с кофе, с чаем у экрана. Будут еще новые видео. Если вам интересны такие видео, ставьте плюсики. Хочу еще снять обзор моего холодильника. Все не доходят руки. То у нас он, ну, все съедаем, он пустой. Потом опять покупаем, потом съедаем все. И я не успеваю снять. Это, в общем, надо снять, когда закупимся. Всем спасибо за внимание и берегите себя. Оставайтесь на моем канале, будут другие видео. Всех обнимаю и целую. Пока-пока.